Рядом с прилавком пенсионерки Людмилы Шустовой идет бойкая торговля. Три раза в неделю она приезжает на ярмарку в Самару из области. Продает только то, что вырастила на своем огороде, и травы, которые собрала на полях. Людмила Юрьевна говорит, здесь можно представить свою продукцию для широкого круга людей и найти постоянных покупателей, а заодно и пообщаться. На ярмарке у музея Алабина для продавцов благоустроили 210 мест, из них 50 бесплатных для пенсионеров. Облепиху, вот яблоки, это все свое, все экологически чистые зоны у нас. Трава тоже с нашего, с наших полей. Самарской луки народ просим пользоваться, они тоже смотрят, что продают свое. В Самаре в этом году работают 5 традиционных сельскохозяйственных ярмарок. Жители могут купить как продукцию местных производителей, так и из Саратовской, Волгоградской и Ульяновской областей. Олег Макарычев приехал в Самару из Мурманска 4 года назад. Много лет занимается торговлей морепродуктами. Красную икру он привозит и продает с западного побережья Камчатки. На сегодняшний день городские ярмарки открывают хорошие перспективы и финансовые заработки для предпринимателей, для совсем малого бизнеса, да, поскольку здесь большое скопление людей, это раз. А для непосредственного потребителя, для покупателя, это, ну, он может выбрать очень качественный продукт, начиная там от икры, заканчивая там картошкой, зеленью. Это есть и местные производители, есть и, ну, ближайшие какие-то регионы. Пасечник с 10-летним стажем Петр Головко на городской ярмарке также частый гость. В этом году у него хороший медосбор, поэтому он решил в день пожилого человека продать мед подешевле. Его он привез из Красноярского района. Занимаюсь профессионально, очень интересное занятие, так сказать, как пуля пролетела, застряла. И теперь я себя не представляю, не вижу вне пасеки. Занятие очень мне нравится. Ну да, приходится отдавать всю душу, наверное, как это говорится. Постоянные покупатели как раз идут именно отсюда, с ярмарки. Он попробовал твой мед, он понравился человеку. Ярмарка – это вообще… Без нее вообще нельзя, так скажем. Потому что это мы продаем свою продукцию, это результат моего труда. Мой, так сказать, экзамен. То, что вот я сделал за год, вот и покупатели оценивают. На ярмарке представлен широкий ассортимент продуктов. Здесь есть из чего выбрать, поэтому и покупателей хватает. Они лавируют от одного прилавка к другому. Многие здесь совершают покупки регулярно. Во-первых, это все получается немножко дешевле, качественнее гораздо получается. Вот. И даже вот для пенсионеров выбор очень богатый. Потому что если магазины, даже в больших, вот я имею в виду, ну, большие супермаркеты, там не все возьмешь. Ну и погода хорошая. У меня вот мама, например, пожилой человек, она, во-первых, это место общения, как бы мы ни хотели. Это для них это праздник такой, знаете, души. Потом здесь всегда мы знаем, что это свои наши. Приехали из районов, это те же наши родственники. Потом это всегда можно посмотреть, попробовать. Мне кажется, это очень, очень полезное дело. Полезное и нужное для наших горожан. Новая ярмарка открылась и на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Здесь благоустроили 40 мест. Зарегистрироваться никогда не поздно. Ярмарка – это живой организм. То есть у нас кто-то уже продал урожай, уехал, место освободилось. Соответственно, следующий в очереди туда встает, на его место. Если кто-то вдруг не смог приехать, там сломалась машина или что-то, соответственно, место пустовать не должно. Забронировать место для торговли можно по телефону, который указан на экране, либо обратиться на ярмарке к администратору. Торговые ряды будут работать до первых холодов. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.